Всем привет, зрители, подписчики канала Эрик Кантона, и сегодня мы на развитии навыков FIFA 19, тренировочное поле, и выполнять будем один из пяти разделов, это основы. Итак, поехали. Первое задание, оно очень простое, необходимо, соответственно, просто движение. Пройди через отмеченные ворота, избегая препятствий, подсказка на прямых, используя рывок. Ну что, поехали. Пробуем. Здесь даже без мяча. Просто нужно смотреть быстро, куда она показывается. Избегаем препятствий. Ребят, все на самом деле очень просто, да? Вот препятствия не избежал. Запнулся почти. Еще успею. Успел. Ну что, 8000, отлично, это А, и можно двигаться дальше. Так, следующее испытание уже с мячом. Перемещайтесь по полю с препятствиями, подсказку управлять игроком плавным движением. Л. Да, вот здесь уже с мячом надо оббегать, и это уже намного сложнее. Так. Зону, в которую игрок просит, чтобы я вбежал, да, нам показывается подсказка. Соответственно, когда мы крутимся, мы рывок не делаем. Не жмем на скорость. Прекрасно. Итак, это Б, но в любом случае пусть будет не А, но все равно неплохо. Итак, следующее задание. Отдайте передачу отмеченным игроком. По отмеченному игроку подсказка, цельтесь по направлению к адресату и нажмите кнопку паса. Ну, в принципе, несложно, да? Окей. Главное не запутаться. Ну, пока запутаться мне ни разу не удалось. Четкий. А, вот тут я ошибся с передачей, да. 2 секунды, 1. Все. Отлично, это уровень А. 13500 очков. Ну что, поехали дальше. Руби Любовский, кстати, начинал, но не сделал. Итак, удар основы. Забейте как можно больше голов. Подсказка: от того, куда вы целитесь, зависит угол удара, а от длительности нажатия на кнопку удар, его высота. Окей. Ух ты, сразу в щит. Еще в один щит, ничего себе. Просто гол. Перекладина. Да блин. В щит попал. Просто завалил. Итак, это Б, но в любом случае неплохо. Идем дальше. Навесы основы. Замкните как можно больше навесов. Подсказка, чтобы уменьшить вероятность ошибки при навесе, развернитесь лицом к адресату. Угу. Ну давайте пробуем. А, бьет он, кстати, даже сам. На удар можно не нажимать. Я так понял, главное навес сделать грамотный. А, вот плохой навес, да. Вот, пожалуйста. Короче, главное сделать хороший навес. А он уже забьет сам. Итак, прекрасно. 2500, и это Б. Отбор основы. Добудьте мяч, выполнив отбор. Подсказка, как только мяч окажется в пределах досягаемости, нажмите кнопку отбора. Итак, поехали. Здесь можно, конечно, Б. Можно, в принципе, и подкатом. Ну-ка, интересно, если сделать подкатом отбор. Ну, тоже разрешено. Ну, специально он идет медленно. А, вот, кстати, ой, надо догнать. Непонятно, за что дают 1000. 4000 и бонус 400, и это уровень А. Идем дальше.
Подкат основы. Подсказка, чтобы избежать нарушения, сворачивать подкат спереди или сбоку. Сколько у нас еще осталось? И борьба за мяч еще будет. Ну что, идем в подкат. Мы двигаемся. Вирджил уйдет медленно. Бам, четкий подкат. И еще двигаемся. И еще один подкат. Давай. Давай. Отлично. 5-100, ребят. 5-100. Итак, последнее испытание. Борьба за мяч основы. Забейте как можно больше голов. Подсказка. Применяйте навыки, полученные в предыдущих упражнениях. Ну, конечно, это совсем вот... Эти все тренировки, они интересны, в принципе, ну, для тех, кто вообще FIFA, я не знаю, наверное, первый раз запустил. И вот он не знает, что делать. И о, косарь, отлично. Так. Мимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, да блин. Сотка. Нет, да ёкарный бабай. Есть, еще косарь. Ну что там плохо? Плохо. Давайте повторим еще раз задание. Уж на Д совсем его как-то выполнять. Косарь. Есть, косарек. Мимо. О-о-о-о. Прекрасно. Заноси капусту. Ой, еще и мой мяч. Все, размазали соперника. Просто изничтожили. 6 тысяч, ребят. Высокий уровень. Ну что, задания все выполнили. 8 из 8. Ребят, следующее видео по тренировкам будут уже пасы. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и играйте в FIFA 19.